Древние даосские практики отличались простотой и эффективностью. Сейчас я продемонстрирую вам упражнение по восстановлению зрения. Для начала разогреем руки. Первое касание. Второе касание. Третье касание кончиками пальцев. Давление регулируется по самочувствию, по ощущению. Дыхание спокойное и глубокое. Нижняя дуга. Верхняя дуга. Уголки глаз. Очень важно находить болезненные зоны. В поиске вам поможет свободное движение по спирали. Найдя болезненную зону, останавливаете движение. Глаза все время закрыты. Не забываем дышать. Если хочется движения при попадании в болезненную зону, то обязательно выполняйте движение большими пальцами, согласовывая с вашими собственными ощущениями. Однако после массажа движений на некоторое время оставляйте пальцы неподвижно. Обязательно прощупывайте глазницу изнутри касанием, мягкие, ласкающие. Однако давление можно и усилить. Вы сами почувствуете, когда это надо сделать.
прорабатываем нас. У кого пальцы не подготовлены, рекомендую другой прием. Зона, регулирующая ясность зрения. Приоткрываем глаза и расслабленно смотрим вдаль. На этой линии расположено несколько активных точек. Работайте с ними по интуиции. Почувствуйте каждую из них. Надавливание на десна. Надавливание на кость. Движение выполняется вверх. Завершающее касание. Закройте ваши глаза и посидите спокойно.